Инцидент произошел в Бежецком районе в воскресенье 21 сентября. Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, на преступление пошел 40-летний житель одного из домов по улице Новосоветской. Около 12:30 пополудни мужчина увидел на лестничной площадке ребенка. Мальчик намеревался вынести мусор, но наткнулся на нож. Угрожая ребенку смертью, незнакомец затащил того в свою квартиру и забаррикадировал дверь. Преступник сам позвонил по телефону 02, угрожал убить ребенка, требовал спиртное и наркотики. Когда ему эти предметы передавали через окно, он прикрывался ребенком, угрожая ножом. Следователи, когда осматривали место происшествия, рядом с телом преступника также обнаружили кухонный нож, которым он угрожал ребенку. Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. Освободить парнишку тот не захотел. Стражи порядка сделали ход конем, передав похитителю требуемые им алкоголь и наркотики. Когда киднеппер неосторожно выглянул из окна третьего этажа, его застрелил снайпер. Мальчик при этом не пострадал. Прежде всего для родителей это являлось шоком. Семья благополучная. Ребенок совершенно в благополучной семье, хорошо характеризовался в школе, вышел выносить мусор, и вот данным преступником был захвачен совершенно беспочвенно. Сам преступник, они неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, ну, по другим составам преступления. Прибыл в Брянскую область из другого региона, находился здесь непродолжительное время. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Расследование продолжается. Светлана Дробкова, Андрей Гапонов. События Брянск.